И, соответственно, когда мы в нашей генетике выведут громаднейших жуков, человек сможет дрессировать ко мне, сидеть, стоять, голос. И раз жука одеваешь, вот так вот все, жук взлетел, и ты полетел, и все, у тебя дистанционный пульт. Нет пробок? Ничего. Ничего нет. Ничего, он человек независим, и самое главное, что мы не будем в зависимости от бензина. Потому что жук, он, допустим, червяков поел, например, бабочку им скалывал, например, допустим, или картошку поглодал, например, очистки, например, допустим. Химкинскую, жуковскую миссию КТР, для чего это нужна была? Это выборы, это одно, сами голосования, да, это механизм, мы, допустим, глупо было бы или абсурдно, если бы я стал говорить бы, нечестные выборы, технологии, это глупейшие вещи, только идиоты могут про это говорить, например, да, называется, любой там человек. Всегда будет борьба. Да, любой человек знает, как все это делается. Для нас это самое главное было на опыте вот этих тусовок создать образ русской мечты, например, да, называется. Почему во всех страшных городах, которые находятся в Сибири, утручающие мрачные люди, в том самом Череповце, например, какие-то рожи, хари, например, какой-то зэк из тюрьмы убежал, какую-то тёлку отпорол, страшный ребенок родился, например, вот печать, вот это ужас и мрак. А в Воркуте люди довольны, потому что в Воркуте есть лозунг «Воркута – столица мира». У людей есть мечта.